Всем Shreddy Style, с вами Никитос Терсков, и сегодня мы научимся делать фронт-ролл. Для того, чтобы сделать фронт-ролл, вам нужно будет подобрать плавную зарезку до самого кикера. Перед трамплином обязательно расконтуйтесь и присядьте. Когда вы зарезаетесь, следите, чтобы ваш корпус был ровно. Руки как можно ближе к бедру, но не вплотную. Когда вы делаете зарезку перед самим кикером, вам надо раскантоваться, присесть на две ножки, чтобы выполнить толчок. Также следить за плечами, чтобы они были не сзади вас, а над коленками. И в самом верху кикера вам надо сделать мощный толчок ногами. Когда вы производите толчок, ваша задача толкнуться и закинуть именно ваш таз на сальтовое вращение. Также поджать подбородок груди и чуть скруглить плечи. Самое главное, чтобы закрутиться, никогда не сгибайтесь. Задавайте вращение именно за счет толчка ногами, чтобы вы закидывали вашу попу. Обязательно делайте зарезку с двумя руками, чтобы вы привыкли именно к такой зарезке и дальше могли изучать остальные трюки. Вылетаем мы также с двумя руками после того, как вы выполнили толчок и задали вращение вперед. На середине вращения можно отпустить одну руку. Так будет проще приземлиться. После того, как вы толкнулись на наше сальто и задали вращение, не забудьте подогнуть коленки к себе, чтобы выполнить группировку. После того, как половина нашего вращения прошла, вы должны увидеть воду и начать потихоньку разгруппировываться и готовиться к приземлению. Завершающая стадия. Мы видим воду, заканчиваем разгруппировку, подставляем доску четко под себя и амортизируем ногами на приземление. Трюк достаточно простой, не обязательно даже уметь выполнять это сальто на батуте, достаточно уметь кувырок. Также трюк безопасный, все, что может с вами произойти, это вы закрутитесь на вращение и упадете мягко в воду на попу. Главные ошибки. Первое. Когда раскантовываетесь перед трамплином, нельзя поднимать плечи, плечи все время держим над коленками. Второе. Когда закручиваемся, мы не ныряем вперед плечами, мы закручиваемся именно за счет толчка и того, что закидываем нашу попу. Третье. На приземление, когда видим воду, ставим доску четко под себя, не распрямляем ноги перед собой. С вами был Никитос Терсков. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до встречи на спотах. Йоу!